сыграть очень четко в обороне, по заданию, как они это умеют. Ну вот попытка провести позиционную атаку не удалась у Сибири. Быстрый переход вперед, добивание, и счет 2-0, и тройка хорошо. Не хотел он такого начала. Ну вот мы видим, как раз на контратаке поймал и Уфа. И причем мы видим, как хорошо игроки Сибири возвращаются. И, в принципе, не дали бросить пятака Майорова, но... Четыре человека под воротами, а все равно шайба залетает. Ну, очень удачно она отскочила на Прохоркина. Конечно, надо в своей зоне, вот о чем мы говорим, повнимательнее, как раз вот пятак. Пятак, как мы видим сегодня, вот, пока что Сибирь отдает. Конечно, надо в своей зоне, вот о чем мы говорим, повнимательнее, как раз вот пятак. Пятак, как мы видим сегодня... Вот... Тройка Хартиканина реализует свой момент. Николай Прохоркин продолжает свою результативную серию. У него в трех матчах было 5 набранных очков, 3 за результативные за заброшенные шайбы. И Салак расстроен, потому что сидит. Итак, Николай Прохоркин догоняет по заброшенным шайбам своей команде Андреса Эд.